бревенчатый. Я думаю, килограммчика три будет. Рыбы нет. Во какая. Рыбы нет. Ну вы держитесь, ребят. Недаром, говорят, рыба камеру боится. Стоит только выключить, сразу бах, дуплите. Нашли мы рыбку. Ну, за рыбом. Мужик! Ну, я думаю, такая, 2,5 тонн, да? Интересно, на что сегодня будет клевать? Приветствую вас, друзья. Серега, ты не подскажешь мне? На что? На натуралочку или на зелененькую? Правильная резина, да. Вот, друзья, я так понимаю, на этом водоеме размер решает. Ну что, Мак, по-моему? Это первый, их там две. Ты открывай, открывай коробочку, что ты принес. Стандарты, абсолюты, агрессоры. Есть чем плавить. Будем перебирать палки. Ты куда столько набрал? Две коробки, это не менее 70 удилищ. У нас на это просто времени не хватит, ведь еще каждую надо обрыбить. Ой, не знаю, хватило бы вообще бы рыбы в водоеме на все. Щучки, судачки мелкие, но я так думаю, что вряд ли здесь, наверное, дальше где-нибудь, а может и здесь. Ямка глубиной 8,5 метров, и внутри стоит белий, один хищник. Ты мою жабу хорош колоть. Подсак достаточно? Маленький. Руками достаточно. Апа, апа, апа. Фу, позор. 12 грамм норм. Там это есть. Ну, блин, сейчас без рук останешь. Пусть. Ну, что ты ее? Ладно. Что здесь, Тимур, малый? Здесь, конечно, не лучший вариант, но... Попробуем. Сто тридцатки мерки уже есть. Жилует. Жилует неплохо. Вот сейчас посмотрим вариант 110-го мерки. Как раз вот здесь хороший. 5 метров глубины примерно мы стоим. Соответственно, а он где-то уйдет метр на 3 должен. Примерно. Как раз попадем в рабочую зону. Что здесь, щука, окунь? Все, конечно, здесь не крупное, но проверить работу лобером можно. Поехали. Четырнадцать грамм. Палка 14,46, груз 14 грамм. И где-то там. Хороший судак и щука. Вот там травушка, вот тут ямка. Надо сейчас найти свальчик между концом травушки и ямкой, чтобы метров 5 было. И вот там стоит щучка. Сейчас мы посмотрим. Сом. Бревенчатый. Эндемик. Ох, упирается-то как. Сейчас пузыри пойдут. Что ж там такое-то, а? Я думаю, килограммчика три будет. Опа. Во какая. Хорошенькая такая. Ну, нет, два железных. Откуда взял, куда их положил? Будет новая точка здесь. Верши? Нет, судачок. Мелочь. Она, собственно, и до этого такая же поклевочка была. Все на зависание. Все-таки замучил ты его. Ну вот, Серега, у меня начинается вершину, запах. Слушай, а здесь интересный судак.
какой-то однотонный. Такое ощущение, что он недавно уже клевал. Видел, на губе ранку была? Ну, нет. И все, вот он. Вот здесь жаба выходит уже. На мелечок забрасываешь, и по течению так. И он прям по бровочке четко проходит. И у меня 32 грамма стоит. Быстрее падает, да? Ну, все равно, вот именно вот эта плавная подача, она есть. 40. 40 грамм при утяжелении. Чтобы пробивать все. Ну, что, посмотрим, что будет. 28. 32. 40. И сейчас вскрытие покажет. А то поклевки есть, он не бежит. Слушай, вот жалко, что, конечно, слетел, а. Ну это все уже, это в этот. Это на пожарит сегодня. 26. Возьми столько, сколько ты сможешь съесть за один раз. Нас в лодке четверо. 8 судаков. Считайте сами. Хорош он? Да, угадай, на что? На что? У дяди Сережи под стаканнике лежала маленькая бэушная поролонка. И он ее порвал. Бам! Это Лекс поролон. Лекс поролонил. Алеша поролон. Я свою рыбу всегда поймаю. Ну очень, знаешь, так вот. Прям почувствовал зависание, легко касается, на месте так поиграл. Бам, готово дело. Ну, давай. Ну. Пробуем крэнк, там головочка. Или жерех нарисовался, не поймем кто. Все горит. Воду закипячаем. В принципе, можно даже воду не кипятить, они все равно уже готовы. Так, все, вода вскипела. Ставим чуть-чуть сюда и чуть-чуть сюда. Все. Берем сковорода. Да, все горит, все хорошо, все прекрасно. Это чтобы не сгорело. Надо отодвинуть маленько. Вода нам нужна. Чего? Теперь берем туда тушеночку. Опа-на. Лаврушечка и тушеночку. За рыбом. Лёш, горячий, давай. Чё, огурчик? Бросай. Салатик. Это дело. 100 грамм. Ушла вся щука из залива. Вода очень высокая, это везде сейчас так. Пока вода не будет спадать, ее найти очень сложно будет. Вот куда судак мог сместиться? Ну, давай вот этот вот свальчик сейчас поработаем, давай, который вот под кормой. Хороший закоряженный свальчик, вроде одиночка рыбы есть, да. Вот она весь стоит. Ну есть рыба, есть. Все, 30 метров до...
корме. Шнурок-то маленький, блин. Вообще прям все по-другому. Очень удачная палочка, я считаю. Маля. Сволочь, иди. Красиво. Все, по классе. Тебе грузом, да? В шахте. 5 дюймов. На долгой-долгой паузе на зависание. А всёк-то как? А что, это уже съедобно. Как из последних сил. Слышь. Дуплетик? Смотри, смотри. Ах, ах, тап-тап-тап-тап. Я ему глаз хорошо зашибаю. Дуплетик с Максом. Нашли мы рыбку под вечер. Я же говорю, видишь, солнышко. Иди. Прям на свал падает и в этот момент поклевка. Небольшой тоже, но приятный. Что ж вы все уколоть-то пытаетесь, а? Опа! Недаром говорят, рыба камеру боится. Стоит только выключить, сразу бах! Келушечка. Ну, не до келушечка. Рыбалки готовим. Вот, не знаю, что выбрать. 70 спингов с собой взяли. Под каждую рыбу, под каждую приманку. Что, рыба-то есть? Рыбы нет. Рыбы нет. Ну вы держитесь, ребят. Глянь-ка, подлодочка-то, да, на зависании все. И такой сайт. Здесь он, на месте, никуда не ушел. Нормального судака не завезли сегодня? Блин, ну и он здесь есть, он может быть еще ниже. Ниже, ты имеешь в виду? Блин, еще ниже, да, мы просто не можем его оттуда взять. Все дело в абсолюте. Супер бёрж, супер глубины. Иди-ка, братка. Тю! Тут же. Вот ведь можешь ведь, а. Можешь ведь, когда захочешь. О. Всё. Мелковатый. Да.
слабенький интернет. По самой главной. Очень маленький. Мелкий. О, слышь, по поролончику так этот прикусил маленький. Даже подсекать не стал. Тинь-тинь. Вот и я не стал. Ну зубки же прям почувствовалось так это. Дошел, да. Сейчас ни одного. Что это? Ха, дуплетика у меня больше. Нет, они одинаковые. Они здесь стандартные. Мамский размерчик. Зацебали, серьезно. Мамский размерчик. Ну, что? Не зачет. О, смотри какой. Смотри, шрабик. А, есть-то все-таки крупная рыбка. Когда-то ему в детстве досталось, уже эта кранка затянулась. Ну, давай. Повезло тебе второй раз, дружок. Павловский размерчик-то. Давай. Давай. Вот даже на 5 дюймов клюет откровенная мелочь. Все до килограмма. Судак пошел. Вообще не крупный. Сильно. Ловим мы, страдаем на точках Сергея. Нигде у нас не клюет. Точнее как, клюет, но все-таки не тот размер, который хотелось бы. Ну, знаете, мы не жируем, так сказать, мы и радуемся вот такой рыбке. Сегодня, конечно, раздуло не по-детски. До этого у нас такая погодка была тепленькая, за 20 градусов штилечок. А сейчас, видите, как приходится балансировать-то. И это мы только начинаем. А нам обещают еще 20 метров в секунду. О-о, вот это будет, ребятушки, я вам скажу. Та еще рыбалочка. Да какие страдания? Ну, дуть немножко, печу. Оделись нормально, ветрозащиты и все. На улице не холодно, на самом деле, градусов 16-15. Это не то, что как мы с Сережей в прошлом году попали на открытый сезон. С плюс 30 в плюс 7. Вот это было жестко. А сейчас, лирик. Нужная теплая вещь летом. От солнца спасает, от ветра спасает, от жары, от холода. Вот там вот мы всегда ловили к обеду окунь-жерех выходил, вот за тем островом. Это был давно неправда. Не, и выйдет, и сегодня пошли, сейчас зайдем вот сюда. Тут есть место, где не будет течения сильного, хорошая копанка, да. Есть и судак, и щука крупная. Давай, зайдем и сюда, и туда. И туда. Вот этого сундучка здесь ждет жаба. Вот понимаешь, какая здесь жаба? Ну все четко, как ты и сказал. Помелечку. Потом в ямку на зависание и бах. Фрикцион затянутый. Рыба же. Он и угущенная рыба, блин, ты смотри, дуплет, ну труплет давай, слышь, два это дуплет, а три это труплет, блин. Слышь, еще кто-то клюнул на то, что я тащил. Уже две рыбы на крючке. Прям за пленочку, прям вот за самый-самый краешек. Это порвал, там и сверху было. Может и было, а, мелочь. Сошел. Да! Это мой трофейный судак! Пацаны, это рекорд. За эту поездку это рекорд. То есть даже такую рыбу флагман чувствует, да? Да. Он универсал, не джиг, но ловить как бы флагманом можно и джигом тоже. Особенно когда как раз ну. Меняй вершинку. Поймал уже на все веса. Гощин. И крупняк поймал, и миляк поймал.
И бирша. И бирша. И какое окунище! Какой кунище заклюнул-то! Вот он! Ох ты, как он клюнул, смотри, прям четко, как положено. Мантик так, хожом! О! Иди, расти. Мяу! Ну, это уже очень хорошая, приятная поклевка. Ну и рыбка. Я все-таки очень надеюсь, что не такой уж маленький. Я рыбачу как Тони Старк. Да, не берут. Да, у нас съедобный. Съедобный. Чуть-чуть побольше, конечно, по весу, но удар такой прям бубукал-то. Причем опять первое касание дна, первая подтяжка, завис удар. Только уже намного ближе. Сейчас, я думаю, у меня должна быть тоже поклевочка. Ну, нормуль. Да тихо ты, расшугаешь всю рыбу, блин. Вот, килограмм. Съедобный. Съедобный. Это съедобный. Есть 40. Рука. Не варят. Алло. Главное, вдалеке. Обрюм. Малыш идет звать дедушку. Вил под лодку. Не до рыба. А? Да какой хороший, ты чё, Макс? Пару судачок, это хотя бы двушечка. Ну какая радость такой рыбы. Ты что, даже не сожрешь? Не. Даже не сожру. Да, так не дождетесь. Ну там легкий такой тюк был, а вот сейчас, видишь, догнал. Мне пофиг на что пороть. Ей-богу. Пиявка на плавнике, он стоит прижатый в барханах, поэтому мы их и не видим. Вот маленькие точечки, это вот такие вот стоят как раз в барханчиках. Вот мы и нашли того, кто откусывает наши хвосты. Это щучка. Щучка. Ага, русловая, мамка. А? Будущая мамка русловая. Мамка, да. У нее окрас. Вот запомните ее, она лет через 10 станет 10-килограммовой и оторвет вам все, что можно. Ой, на свечу пошла. Ой-ой-ой, какая же мощная такая размашистая поклевка. Я валяю, ты берешь. Мужик! Молодец. Ой. Ага, молодец, братан. Давно щуку не держал. Че, влетели ручки? Да ничего. Не, а это ее. А? Это ее. Ее кровь. Ну я думаю, так воспал-то он, да? Душечка. Хорошо? Ударила-то собачка. Ой, ты не представляешь, так размашисто. Прям, ну, четко было понятно, что это точно не судак. Размашисто такой. Фу! Ладно. А?